Я рад приветствовать участников фестиваля. Хорошо, что мы создаем единое образовательное пространство. Сейчас для этого есть все технические возможности, хотя, конечно, техника пока еще работает недостаточно хорошо. Мы будем считать, что это помехи временные, а в дальнейшем наше общение будет лучше обеспечено. Хорошо, что нам дает интернет возможность преодолевать все границы, все препятствия и общаться для нашей общей пользы. Мы сейчас читаем журналы, литературу, которая выдается в России, и видим, что у нас общие проблемы, общие задачи, и нам надо чаще обмениваться мнениями для того, чтобы решать те насущные вопросы, которые перед нами возникают. Еще раз приветствую всех участников и выражаю надежду, что наше сотрудничество будет для общей пользы продолжаться в дальнейшем. Спасибо. Из Днепропетровска могу представить следующего выступающего Екатерину Геннадьевну Рыжей, научный сотрудник кафедры управления информационно-образовательными проектами. Здравствуйте! У нас есть опыт, у Днепропетровских школьников есть опыт участия в медиафестивалях. Нашим институтом уже разработано 3 медиафестиваля. Стартовал 4-й конкурс. Конкурс социальной рекламы. Называется он «Мы неравнодушны». Мы ждем работы с острыми социальными проблемами, в том числе компьютерная зависимость, медиазависимость, интернет-зависимость, замена живого общения виртуальным, то, что говорили девушки из Москвы. Очень хочется пожелать всем участникам нашего общего медиафестиваля новых идей, интересных идей. Не подражать, а хочется увидеть авторский почерк. Очень приятно познакомиться. Надеемся на сотрудничество плодотворное. Нам очень интересно принять участие в этом прекрасном медиафестивале. Благодарю за внимание.